На улице за мной увязалась какая-то бешеная крыса и все никак не хотела от меня отставать. Потом она вообще начала меня кусать и нападать на меня. Я решила не оставлять это просто так и забрала ее с собой. Положила ее в карман и унесла на работу. Даже в кармане она меня очень сильно кусала. На работе она сначала вела себя мило, но потом начала раскапывать все мои вещи и разбрасывать, все кусать. Тогда я ее покормила. Как думаете, кто это?